Ребята, всем привет! Я на рыбалке. Сегодня среда. Ловим сегодня на мормышку, на мотыля. Поищем окуня. Так, на улице легкий ветерочек. Но у меня есть полиэтиленовый плащ. Надеюсь, он мне сегодня поможет. А погодка, в принципе, ребята, отличная. В принципе, можно здесь садиться. Но мне нужно помониторить, есть ли клев. Поэтому подойдем поближе вон к тому рыбаку. Он на драча ловит. Есть такое дело. Сегодня такая у меня мормышечка, зелененькая, кислотная, с глазками, на которую я в прошлый раз ловил. Привязали, проверяем. Крепенько. Так, ловлю я сегодня на такую вот корягу, как один из комментариев мне написали под прошлым видео. Ну, пусть будет коряга. Мормыш я показал, зелененький с глазками, как называется, не знаю. Лесочка у меня новенькая от Fish & Roy NT50. 1,6 килограмма держит, 0,128 миллиметра, 50 метров. Клёва нет, надо искать рыбу. Так неинтересно. Так, ребят, после почти часа ловли нашел я вот такого вот окушка. Вот такого мелкого. Значит, хоть какой-никакой клев есть окуня. Его нужно найти. Была поклевка, я благополучно ее прозевал. Смотрел по сторонам. Эх, опять какая-то мелочь. Есть. Ну ясно. Ясно. Что же ты, дружище, такой мелкий клюешь? Живи. Так, опять я выпущу окушка в ту же лунку, которую я ловлю. Что-то, как говорится, крайне делать нельзя. То есть делать крайне нежелательно. Ну да ладно. Ну, хоть какой-никакой клев я нашел, и это уже интересно. Значит, стоит продолжать дальше поиски рыбы. Опа, опять клев. Опять какая-то мелочь поганая. Есть. Ёршик. Ёршик. Ну, ёршика мы оставим. Это для ёршика хороший размер. Снегуха хорошая получается. Так, ребят, ищу рыбу. Хожу, ищу старые лунки, а потом ищу старую рыбу. Старые лунки, старую рыбу. Или пропущенную рыбу. Не знаю, как сказать. Клёва вообще нет. Поймал маленького окушка, маленького ёршика. И одного окушка выпустил. Все, это чуть больше часа я на рыбалке. В одном месте сидит, тем более прохладно. Нужно ходить. Клёва сегодня нет. Картина уже ясна. Результат налицо, клёва сегодня нет. Давление, кстати, я посмотрел, 760 сейчас. Ребятки, первый нормальный окушочек. Хороший. На паузе взял. И он нам дает вывод, что рыба стоит, клев очень слабый, и нужно ее искать. Сегодня ловим только поиском, только поиском. По-другому никак.
Да, один лунги и все. Очень сегодня трудовые окуни. Есть. Ловушка. Знаете, довольно-таки неплохая для нашего озерца. Интересно, разная рыба с одной лунки берет. И белая, и хищник. Так, ребят, я сместился абсолютно в другую сторону пруда. Сейчас выпьем Чайковского и будем здесь искать рыбу. Вот такие дела, ребята. Отпускаем в другую удочку, не там, где поймал. В сторону. Ребят, поставил балансир. Да не потому, что я здесь хочу крупного окуня поймать, а потому, что утопил я свою шумовку. На ручке есть веревка, да она в дырочках. Может, удастся ее зацепить. Это, конечно, капец. Знаю человека, который новенький телефон в лунке утопил. В кредит взял и на грудный карман его положил. Наклоняется он с народного кармана и выпал. И четко в луночку. Пуль. А то круто. В общем, утопил лопатку. Руки совать в ледяную воду как-то мне совсем не хочется. Будем пытаться сделать лопатку и шлангочки для печни. Вот так. Вот так. Да. Ну, вроде. Делаем надрезик. Будет у нас такая лопатка. Ну какая-никакая. Вот еще ничего. Зацени. Ну, в общем, работает. Неожиданный акусарик новой луночки. Ребят, ради интереса, вы что-нибудь теряли или топили на рыбалке? Если да, напишите в комментариях. Мне интересно почитать. Да и другим тоже. Клевые, да? Увидели? Это уже дубль. На этой луночке у меня уже был окушочек. Где-то здесь он есть. И здесь. Все, ребят, заканчиваем рыбалку. Клёва нету. Можно не заморачиваться. Пью чаёк, подвожу итоги. Поймал я всего 6 окуньков сегодня. Мало, но лучше, чем ничего. Есть хорошенькие. В следующий раз поймаю еще 6. Тьфу-тьфу-тьфу. В следующий раз поймаю много. А эти 6 будут к ним дополнением. Это всего лишь начало зимы. Все впереди. Подписывайтесь. Пока.